Друзья, хотите я расскажу вам, как зарабатывать на своем творческом хобби в онлайне? Что предпринять прямо сейчас, чтобы как можно скорее ваше увлечение начало приносить вам доход? Как быстро и просто создать свой авторский онлайн-курс? Как не платить за домены, хостинг и сервисы, но при этом запустить продажи своего первого онлайн-курса? Если у вас есть одно или несколько увлечений, и вы хотя бы раз задумывались о том, что было бы здорово зарабатывать на своем творчестве. Мой вебинар, который состоится в субботу 29 апреля в 18:00, будет вам очень полезен. Зарегистрируйтесь, чтобы получить ссылку на мой прямой эфир. И до встречи 29 апреля в 18:00.